Владимир Волков осмотрел ход уборочных работ на полях агрохолдинга «Новотроицкое» в Старошайговском районе. В Мордовии намолочен 1 200 000 тонн зерна. Урожайность составляет 33,5 центнера с гектара. Руководитель предприятия Владимир Руженков рассказал, что в хозяйствах агрохолдинга убрано 3200 гектаров зерновых, а это 98% от общего объема площадей. Урожайность в среднем составила 44 центнера с гектара, это выше показателей прошлого года. На сельхозугодьях агрохолдинга работает 11 единиц уборочной техники. Механизатор Андрей Будкин переехал в Новотроицкое 9 лет назад вместе с семьей. Семья получила жилищные субсидии и сразу же въехала в новый дом площадью более 70 квадратных метров. Объекты комплексной застройки Новотроицкого включают в себя новый детский сад, школу, социальный центр, современный стадион, ФАП и другие объекты соцкультбыта, а также новые дороги и благоустроенные зоны отдыха. Но главное, здесь строится жилье. За последние 12 лет в Новотроицком построено 46 домов для рабочих агрохолдинга. Владимир Волков подчеркнул, что республика продолжит развитие сельских территорий и создание рабочих мест с достойной заработной платой.